могли зайти. Ну, придется расстелить обратно. О. Видишь, какой коврик-то двойной. Ну, а другой похуже. Вот так. Это мне ходить надо. Сегодня я Володю призвал, и мы замерили здесь 9 метров, 10 сантиметров. Но это не все. Дело в том, что там 48 сантиметров я не дохожу. Вплотную нельзя. Там видно вон без это аппаратура такая-то. Кухня. И здесь тоже не дохожу. 46 сантиметров полка не дает. Вот. Что я теперь делаю? Конечно, главное, мне спрашивают, а почему бы вам не ходить где-то лес, по лесу? Ну, в первую очередь, по лесу тут такого у нас нету ходить где-то. А во-вторых, жара. У меня уже голова не соображает. Тем более, у меня труба упала. 19 килограмм и шлепнула по голове. 19 килограмм. Сегодня Володя с весами пришел, замерил. И высота такая. Я все данные выдам потом. И вот теперь хожу здесь вот. Вот до сих пор. Возвращаюсь. Это один. Вот. Я прохожу туда. Тут у меня рядом вот это холодильник, он не работает. А тут у меня телефон. Вот у меня телефон какой. Где-то 250 рублей что ли стоит. Вот. 19:34. Это сегодня 29. Здесь я вот до этого места дохожу. Дальше. Бывает дождь. Там комары заедают пойти. Притом одному вообще, ну как-то не очень-то. Но самое главное, что босиком я хожу здесь, а там-то я не смогу. А раз босиком, значит, только здесь. Вот я вышел. Сейчас спрашивали, что там, железное изобретение, деревянное. Я говорю, нет. Что это такое? Мелкий бамбук. Я его нарубил. Вот этот бамбук. Вот здесь у меня ровно 50. Это я нынче купил, Володя сказал купить. А теперь второй тазик. Вот он, тазик. Он стоит рядом. Чтобы не выскакивало, мешок, он глушит ее. А так бывает, я попробовал, она вылетает, бывает, уйдет. А здесь, пощупай, какая легкость. Нет, тазик, ничего нет. Ровно 50, но уже на 3 раза пересчитывал. Вон она, кошка, у меня мишка. Теперь я иду, смотри как. Главное, мне молиться надо. Теперь я совсем не думаю, 50, мне 50 надо. 50 скинул. Я уже сейчас подошел... Записываю, сколько у меня на часах. А это если комары есть от комаров. Часы, вот у меня бумаги тут все. Пошел. Первый раз. Вот это у меня первый. Я иду и одну беру в руку. Закон такой. Подходя, я ее туда бросил, развернул и сразу беру другую. Сразу. Если я так не бросил, как развернулся она в руках, это я не бывает, я бросил, на пустую разворачиваюсь, не глядя, а я тут молитву пою, Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа спаса. Избавителя душам нашим. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоей, соблюдать себе законы мои, многократно омой меня от греха моего. Я пою, сразу беру другую, и даже нужды нету. Вот как. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Я сегодня столько радости имею. Все стало на место, записано, я все это гляжу, в какое время. И просчета нет, я подхожу напротив, теперь беру. А если я повернулся, а в руках она, значит я не бросил. Так было, а сейчас никак. Сначала бросить, развернуться, тогда не глядя, мне зачем глядеть-то. Она легкая такая. Ай-яй-яй, слава тебе, Боже наш, слава тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешним. Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, хвала тебе, честь и поклонение. Боже наш, слава и благодарение за все твои милости и щедроты. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе. И главное, у меня на глазах тут кошки, я им устроил в двух местах, они лежат, не боятся, это постороннего, они испугались. Вот так, подошел, разворачиваю, уже в руках другая. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Непобедимая божественная сила, честняга же творящего Христа Господня. Не остави нас грешных, уповающих на тебя. Понятно? Притом абсолютно точно и легко. А теперь я в следующий раз идти надо. Я подошел. Все. Сразу опять пошел. Там пометил только 50, сколько у меня ушло на это? 28 минут. Самая главная цифра 50. Да, мне 50 надо. Три раза 150, больше организм не тянет. Я уже, ну, со стажем, колени, мне надо ходить. И вот я приехал, полтора месяца не ходил, у меня по всем параметрам все возвратилось. Все, болячки всякие. А их болячки не одна, не две, а около, наверное, 15. И стал ходить вот сейчас где-то. У меня почти все исчезло. И настроение какое, и радость, что я молитвы, ну, не пренебрегаю никак. И могу молиться, и все у меня стоит на месте. А кошки вон там были, вот здесь вот. А они тут косточки сюда вот, а я босиком хожу. Я один раз прочистил и столовую перенес сюда. Вот этот вот сейчас шарику отдашь из чашки. Хорошо. Да. А потом я сюда вывалю. Там палочка есть у него, палочкой все выскребешь. Вот так. Видишь как, это Надежда Васильевна мне дала. Которые вот эти половички, я их сшил между собой. А эти тут все как надо. Это легкое, нисколько нет. Опять иду мимо. Бросил руку туда, а сам пою и пою. У меня настроение сразу изменилось. Это Господь надоумил. Я говорил, насколько просто все здесь. И главное, тазик тоже. Я сначала без этой вот туда. А она ударится и отлетает. Тазик нет, не пойдет. Я поставил, а на это она глушит и отлетает. И опять. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Как ты дивно велик, Господь мой, слава тебе. Будь милостив ко мне грешному, спаси и помилуй. На тебя уповает душа моя. Это я размахался рукой, да уронил его. А что такое? Опять сюда. Кошки выйти никуда не могут. Вот так. Слава тебе, Христе Боже наш, великий дивный Господь. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться о них. Хвала тебе, слава, честь и поклонение за все твои милости и щедроты. Слава тебе, многотерпеливый. Ты сотворил этот мир, и как зиждитель охраняешь его. Аллилуйя! Дивные дела твои, Господи! Мой разум направь к горнему, к вышнему. Благодарю тебя, Господи, что разрешил этот вопрос. Я могу ходить босиком. Это акупунктурное лечение через подошву идет. Вот так. Притом ни копейки это не стоит. Нисколько. Я их разрубил на три части. Они вот такие вот были. Ну, все, порубил. Они для чего-то были где-то по рыбацким делам, но они не нужны. Я их порубил, там запасные еще у меня есть. Они легонькие такие. Иду мимо, вот так. При том, что вы меня спрашивали, говорили это, ты видишь, что я все по правде говорил. Аллилуйя. А здесь я прямо опускаюсь, чтобы вот задеть ее. Все. Главное, для чего я все это думал, как сделать-то. Вчера было, иду, молитву не досчитал, здесь ошибся. Ну, не могу никак выйти из этого состояния. Я думаю, не пойдет так дело. И вот это вот сегодня, я когда бросаю, тут главное, вот я иду, бросаю, подходя к нему, не глядя. Раз, разворачиваюсь. Беру в руки, теперь только развернувшись. В руках оно у меня уже говорит, что ту я бросил. Вот как. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви соборов, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Дивные дела Твои, Господи, благодарю Тебя за ангела-хранителя. Добрый мой ангел, не покинем смертный час, когда душа будет разлучаться с телом. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди его навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Великие и дивные дела твои, Господи! Как ты велик и всемогущ! И ты слышишь вопли вопиющих тебе, и на врагов пролей милость твою, не дай им погибнуть! И все потоки лжи, изливаемые ими, да поглотит земля, да не коснется сердец верующих. Аллилуйя! И в судный день, Господи, не помяни безумие их, ибо не знают, что творят. Жалься над ними, пробуди их совесть. Аллилуйя! Господи, благослови правителей мира. Дай им духовное рождение свыше и сохрани их от покушения на них. Владимира, это Путин, Михаила Мишустин, глава это,
Андрея Белоусова, Андрея Ремовича. За него мужа. Вот видишь, пропустил, как важно, что я тут все сразу беру. Так туда подходить, в руках у меня уже ничего нету. А тут прошел, у меня в руках. И никаких. Дохожу до самого, до этого, но туда дальше полка мешает. 46 сантиметров. Вот я подхожу здесь. И точно так там, кухня там. Так тебе, Боже мой. Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас, Господи. Научи нас жить и в бедности, имея пропитание, одежды и жилье, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, видеть нуждающихся в нашей помощи, по мере сил помогать им. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как юдоли печали. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекии, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иака. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не засталось неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея, добрых дел. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! В 774 году отлили его. Я рассказывал, как он достался мне от преступников, которых я спас однажды. А там опрокинулась какая-то пасека, везли машина. Ну и там многие круги такие были, воску, и вот такой, я его вычистил, вот в грязи был весь. А они когда-то грабили, а у меня две собаки, я много занимался в уголовном розыске, свои собаки были, немецкой породы, они там первые места занимали. Ну и там что там, ковры, кажется, холодильники они там вытащили, а я с работы иду. Собакам сразу сидеть. Так, они меня знают все. Немедленно погрузите обратно. Ну, они сами. Иначе собак спущу. Ну и все. А на утро уже милиция. Тогда милиция была. Говорят, вот вы такое сделали. А кто там был? Я говорю, они мне дали слово, что больше никогда тут не будут. Поезда останавливаются. Грузовые только. Ну, а я ничего не скажу. И я не сказал. А они это все узнали. И вот пришли меня отблагодарить. А он... Во! Смотри, как умели делать. Вот такое дело, брат. Меня даже преступники защищали как-то. Я глупо поступил. Там поножовщина пошла. Я из окна видал, ворвался. Я сильный был. Растащил там это. Там жены благодарили все это. Ой-ой-ой. Вспомнишь эту песню-то, ой-ой-ой, про туалеты. Ну, вот так. Игнатий Тихонович, есть вопрос. Давай. Вот после этого изобретения, как вы это изобрели? Конечно. Сколько раз вы сбились с молитвы? Сколько раз? Вот с этой? Да. Ни разу. Ни разу. А вчера, ну, на каждом шагу почти. И вот смотри, я прохожу, бросать надо. Вот здесь я бросаю, разворачиваюсь, в руках нет ничего. Я не гляжу, теперь я беру на развороте. И вот где именно, вот это важно. Подходя сюда, я ее в руках держу. Проходя сюда, я ее бросил, разворачиваюсь.
брать на этом же уровне. Теперь беру. Это очень важно. Но с этой я в руках иду и пою. Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Слава Вышний Богу. В руках еще нету, разворачиваюсь. Беру, а я не гляжу туда. Потому что по милости Божией. Ну я тут уже знаю, что на часы не смотрю, потому что тут разговариваю, вопросы задаю. А тут вот не смотрели, это вы мне делали, видишь как? Везде. Прогоните комаров с себя из двери. Веник рядом. Вот оно. Все указано, что надо делать. А еще, как удивительно, ни дождь, ни солнце не палит вас. Нету. Тогда ни солнце, ни дождь, ни комары. Их нету здесь. Я их перехлещу. Так закрыто. А комар, он где попало, не лезет. На улице, да. Вот здесь, мне кажется, ни один комар нет. И кошка рядом, вот она черная сидит. Где-то паля у меня тут была. Куда-то не вижу, она боится посторонних. Где она у меня? Паля, где паля у меня, а? Паля, куда она делась? А у меня тут книги. То есть у меня везде книги. Приезжают люди издалека. И я дарю многое. Экземпляров всего 1000. А 650 от 1000 подарили библиотеке. Мы проехали практически всю Европу. Вот это. Так. Это что-то такое? Книги. А, книги, так. Ну, вот, вон они, видать. В пачках. Так они потом под столом, и там еще пачки. А ты перешагни. Оставь так тапочки там. Там под столом. А вот я первый раз иду, как у вас здесь просторно ходить. Да, да, теперь смотри. Вон полка какая, тоже с книгами. Видишь, нет? Да. Вон она где. У меня сейчас 12 метров, 20 сантиметров длина контейнера. Видел, нет, какой? И как его поставили там на шпалы, нельзя было никак. Привезли, наняли. Ну, 200 тысяч пришлось отдать. Книги вот как только выйдут. Семитомник. Главное, у меня трехтомник «Новый Завет». С откровением. Это впервые. Никогда не было такого, чтобы... Блаженный Феофилакт на евреев заканчивал. А тут отец Геннадий Фас у меня начал в комнате, когда он обратился работать над этим. Я ему дал материал такой, а потом он уже сам... 2 с лишним года, наверное, было, пока все святые отцы, все это собрать надо было. Трехтомник. А потом «Проповеди в стихах», четырехтомник. Видел? Да. «Проповеди в стихах». Такого названия никогда не было. Почему? Бывает напротив каждой строчки место из Библии, откуда взята мысль. Этого не было от создания мира. Почему? Бог открыл. А все, когда считают, смотрят, вот так красиво смотрится, и уже начали подражать. А это семитомник. «Проповеди». Семитомник. Вот там было 752 страницы. Вот оно у меня лежит. Вот оно. Новый Завет. Вот он весь. Вот он, видишь? Вот он где. Видишь, как запечатанное. А потом каждая книга отдельная еще. Это Можайск. А сейчас где-то в Твери они там. Это не просто так. А теперь будет семитомник. А «Проповеди в стихах» 4 тома по 882 страницы. 752, 880, а это будет по 1320, 7 томов. И все они разные расцветки. В каждой будет 112 страниц цветных фотографий. Умножь теперь на семерку. Это что, больше 1000 вообще. Так на одной странице там несколько фотографий. Все. Вот она, это бамбуковые палочки. Вот она. И сами раздробили. Я это специально, но они никуда выбросили. А я их порубил, топором взял на 3 части. Ну и вот тут все.
Кроме того, отдельно у меня Библия. Отдельно, видишь, доброе имя. Это сектантская литература, очень хорошая. Кроме того, вон кассеты, катушки. Видишь? Вот оно. Ты меня тут Вижу. А? Вижу. Вот они. Вот они это вот. Это на 11 Библия, на 9 архипелаг ГУЛАГ, жития святых, 40 катушек, 375 метров, звучание на 4 дорожках со скоростью 4,7. Вот, 4,7. Это у нас что получается? Жития святых 40. Златоуст, 12 томов начитан был. Ну, это получается 62 кассеты этих. Катушки. Как их доставали, как везли. Это насчитано было. Добротолюбие 14 катушек. Одна катушка 8 часов 20 минут. 4 дорожки. Одна дорожка 2 часа 5 минут. Вот. А когда переписывал «Маяк 205», у меня зарплата была... Сторожем работал. Меня не давали работать. Я прораб. Отличная защита была. Все. Органы власти взяли меня в МВД, в строго режимный лагерь, это к органам, не то, что я там милиционер или как, а оттуда уже в армию. И вот Господь как ведет этим путем и показывает, что я должен делать. Опыта никакого не было, у меня опыт большой, я знаю, что такое в армии. В армии у меня была должность, которая, я вот разговариваю, допустим, однажды я зашел, там небольшой сабантуйщик, день рождения справляет, 5 человек, ниже генерала никого нету. Звания такие. О, Игнатий Тихонович, а мы только о вас рассуждали. Я говорю, и что? Более счастливого человека не знаем. Я говорю, а по каким параметрам вы узнавали? Вы делаете то, что вам нравится. А я вот сижу, преступление там, мне это век не надо. Председатель краевого суда Пашков Виктор Иванович. Вот так. А прокурор края Параскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. И вот они сказали, что я самый счастливый. Проходит несколько времени, выходит Стручков Александр Шолоховед, про Шолохова пишет. Я, говорит, встретил человека, более счастливого не встречал. Я сколько со мной, говорит, с вами бились, закрыть лагерь-то, и ничего не могут сделать. А я подал на них тогда в суд, вернулся, все процессы выиграл, оплатили. Подрыв авторитета там, ну и проще такое, честь и достоинство. И вот теперь у меня зарплата 72 рубля, 72 за месяц. Я покупаю «Маяк» 205, он стоит 320, вот посчитай. Я должен не пить, не есть сколько? 72, а это 320. Я одновременно покупаю 12 магнитофонов. Одной кнопкой срываются все. И на скорость прослушивать надо 4,7 сантиметра в секунду. 4,7. А переписывает на скорости 19. И одновременно две дорожки гонит. Первая и третья. Четвертая. Первая. Так, первая, вторая, третья. Первая и третья. Вторая, четвертая. Это обратно. Раккорд на обратной стороне. Красная ленточка приклеена. У меня опыт был огромный. Власти все конфисковали. А потом рассчитываться-то нечем. Я в суд подал. Я был реабилитирован. Помилован был 25 марта 87 году, освободился. А реабилитация пришла 4 января 92 года. О! А теперь я подал в суд. По тамошним расценкам они мне должны были 11 миллиардов рублей. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Это Бог делает так. Все, нет, не, все правильно, взяли правильно. И все оказалось неправильно. И тогда рассчитывать нечем. И как ее, Пшеницына какая такая фамилия ласковая, женщина, судебный исполнитель. Она пришла, сделали так, КГБ в стороне, а ответственность вся пала на городскую администрацию. У тебя записано, все было. Городская администрация, денег нету. Бюджетники, врачи, учителя не получают. Она поставила им задачу. Если вы с Лапкиным не рассчитаетесь, арестовывай все счета городской администрации. Я не знал, что такая власть у них есть. Ну и со мной сразу заговорили, а тем более мэр города.
он официально входил в лучшую десятку лучших мэров, а я знаю, из всех десятки он самый лучший был, Бабарин Владимир Николаевич. Вот здесь тогда, конечно, тогда два дома мне дали, освод, там были афганцы, называют, которые были ранены, другие, ну, приходили там что-то делали. А в другом мы храм сделали, две квартиры и 13 соток. Вот как Бог сделал все. И когда я с ними разговариваю, я говорю, спрашиваю генералов этих, скажите, а вы вот краткосрочный отпуск отдаете? Ну, как даем? Ну, увольнительную? Я говорю, а сколько? Ну, за хорошее поведение сутки, может, было. Я говорю, а вот у меня, я говорю, увольнительная была в армии с 1 января по 31 декабря. Я говорю, такого нету. Это что, срочная служба? Да, срочная. И такая, да. Да что это за должность такая? А у меня строительный техникум. У меня был кто? Техник, смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. То есть на весь Дальний Восток я один был. Я ездил, узнавал их, что они там. Дети родились, ему надо новую квартиру. Я определял все, писал и отчет по ним. Ну, кое-где я и выгадал. Я занимался в это время с несколькими языками иностранными. В Хабаровск приезжаю, в общежитие, где факультет этот есть. Командование добился разрешения вставать раньше, с наушниками спать. Рядом Окинава, Япония, и они по-английски говорят, чтобы улучшить знания, ну, разговоры. На английский у меня ушло 4 месяца, милостью Божией. А немецкий первый язык, в школе языка не было. 6 месяцев ушло. Я у них говорил проповедь за кафедрой, верующие. Это Бог делает. У меня ни знаний, ничего нету. Я все время подчеркиваю, у меня нет образования ни религиозного, ни гуманитарного. Вот и все. Поехали. Ну что? Игнат Тихонович, хочется, чтобы ваш опыт все верующие приняли и также использовали во благо. Если заболеют... Болеют у меня колени. Там стерлось это. Вот когда наступила перестройка-то, все везде позакрывали, ничего нету. Даже в армии берут отцовская бляха. Ремня нету даже, пуговиц нету. Ну и здесь получается так, когда обеднели, все, бумаги нету. А у меня знакомый близкий Говоров, Грохотов Владимир Георгиевич, директор Алтайской газетной всей этой компании-то. И я там брал. А я переплетчик, реставратор книг. И надо увидеть просто. Вот мы на занятиях-то были, а видел моя книга там, вот это, переплетать. И я не переплетал, а только сшивал, которые студенты приходили, рюкзаками тащили. В школы, в милицию, врачам бумагу везде разносил. Я ходил туда и сюда, и подсчитал, сколько прошел я от дома туда, 3400 километров. Это дальше, чем до Москвы. Ясное дело, что истерлась там эта, которая стоит в коленях-то. Поэтому я вот сейчас и хожу. Для меня ходить, тем более голой ногой, это очень важно. Там бы я нигде этого не имел. Ну, доволен, не знаю как. Благословен Господь. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Аллилуйя. Да что опыт-то? Если, конечно, болеть будет, пусть напишет, и я подскажу. Ходить надо. Врачей надо слушать. Меня вот возили диагностика. Везде. Но ни одного укола, ни одной таблетки я не съел. Мне вот 60, сейчас 85, 86 год идет. Я еще ни одной таблетки, наверное, не съел. У меня организм особый. Вот. После операции, операции тяжелые были, на позвоночник там вырезали, когда эти, ну, от тяжести, вот, прокладки там вырезали, боялись, что перерезали, ну, все хорошо получилось. А это я кошкам там опилки, если она остается здесь, чтобы куда попало не ходили, то, да, видишь как, мы там все вот здесь убирали. Люди смотрят беспорядок. Беспорядок – это порядок мой. Я могу вот так вот, свету нету, и найду, где топор лежит, где ножовка. Вот она здесь рядом. Вот подоткнутая там щипцы. Вот.
пассатижи, вот здесь топор, это колодь. А там идет он сверлить, сверло. Сечки, она на, видать, он отсюда даже. А это, которое крутить, бурить, как вот рыбаки делают, когда. Ну вот все, что я мог, показал, ничего не сокрыл. Во славу Божию. Аллилуйя. Все, давай.